До сутки диагноз коронавирус подтвердили у 46 человек. Конечно, большая доля рабочих с Белокаменки, но и в других городах региона есть прирост заболевших. По последней информации, больше всего случаев в Кольском районе, в Белокаменке 292 вторую строчку занимает Кировско-Апатитский район 69, следом идет Мурманск, здесь 13 заболевших, 10 в Заполярном и меньше 10 случаев в Полярном, Оленегорске, Мончегорске, Снежногорске, Североморске, Полярных Зорях и Кандалакше.